Лариса Ивановна плачет. Это Валико из Тбилиси. Адрес? Армянин? Нет, грузин. Ой, извините, я думаю, что я один. Я сейчас там так шататься. Вот это ваше место. Спасибо. Летчик! Иногда, вообще-то я эндокринолог. Вот вам приглашение на банкет принесли. Алло, Лариса Ивановна, хочу. Это вас! Ее возможно. Пожалуйста. Спасибо. Алло! Алло, супруга! Разве извинился? Слушай, я вам одну вещь скажу, но вы не обижайтесь. Такие люди, как в этом гостинице, я нигде не видел. Вот я простой шофер. Причем меня спрашивают, как ваша фамилия? Я говорю, Хачикян. Говорит, здравствуйте, товарищ Хачикян. Очень рад вас видеть. Взяли вещи и поднялись сюда. Живите, говорит. Представляете? А? Я могу позвонить? Да, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Алло, и ни копейки не взяли. Ларису Ивановну хочу. Здравствуйте, Лариса Ивановна! Слушай, как я думаю, что я один. Это Валико! Валико, готовим мне вино! Помните, вы в Тбилиси проходили, а я голландских кур грузил. Вы что сегодня вечером делаете? Может, мы вместе поужинаем? Летчик. Летчик. Очень хорошо. Слушай. Тогда я вас буду ждать. Грузин. 7 часов. Товарищ. Вестибюле. Гостиница Россия. Пусть подругу возьмут. Подругу. До встречи. Слушайте, мне так не надо поговорить или нет? Слушай, что ты на меня кричишь? Я тебя живу.